Давай. Олег Потоцкий. Есенинская аллея. Над Ваганьково небо весенний окой. Тут раздолье птичьим хорам. Здесь аллея, что кличут Есенинской. Вас ведет от Есенина в храм. Вся Россия к Есенину табором. Путь открыт молодым и седым. Заметался в надгробии мрамором белых яблонь березовый дым. Радуницы есенинской пленники, панки, дворники, пастухи, академики, воры, священники, как молитвы тут пишут стихи. Зажигают здесь свечи писатели, а порой матерятся и пьют. Бьют поклоны Сережиной матери, а Есенину песни поют. Тут Россия и плачет, и кается, все пройдя, и с уму, и тюрьму. В соловьиные трели вплетаются здесь стихи, что читают ему. Вся Россия стихами засеяна, отдаваясь трудам и перам. Так и ходит от храма к Есенину, и опять от Есенина в храм.